Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Крылья Советов в последний матч сезона в чемпионате страны сыграли в ничью с махачкалинским «Анжи». Болельщики, а среди них был и губернатор Самарской области Николай Меркушкин, забитых мячей на «Металлурге» не увидели. Всего крылья в прошедшем турнире премьер-лиги оформили 19 голов и пропустили 31. По забитым мячам самарцы заняли последнее место в лиге. Тем не менее, у Советов 9 побед и 8 ничьих, что позволило занять 9 место из 16. Это самый высокий показатель за последние 6 лет. Не всегда играли хорошо. Мы должны побеждать. Сезон был со взлетами и падениями. Была разная игра, но мы всегда старались играть на победу. Соперник «Крыльев» в последней игре сезона махачкалинский «Анжи» финишировал на 13-м месте и теперь поборется за место в премьере в стыковых матчах с командой из футбольной национальной лиги. В прошлом году «Советы» и «Анжи», заняв там первые два места, получили путевку в высший футбольный дивизион. Мы хотели, конечно, выиграть эту игру. Нам нужна была победа. Да, создали неплохих тройку моментов, где можно было забивать, но не реализовали. Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен сдержал слово, когда сказал после победы в ФНЛ, что самарский клуб после возвращения в премьер-лигу в первом сезоне займет место не ниже 10-го. Так и случилось. 9-я строчка в таблице и 35 очков. Новая команда, новые игроки. Некоторых не брали играть в другие клубы премьер-лиги. Они были неизвестны. А у нас они показали результат. У нас большинство русских игроков. Мы им отдавали приоритет в матчах. У нас иностранцы сидели на скамейке запасных. Тройка призеров премьер-лиги. Бронза у питерского «Зенита», серебро у Ростова. Шестой раз за свою историю чемпионом страны стал столичный ЦСКА. А вот московская «Динамо» впервые за свою футбольную историю покинула большую игру, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.